супостатом. Еду порядка 6 километров от нас, с этой точки. Вот, там как раз и база ихняя. Как стемнеет, пригоняли баркасы, из баркасов запускали беспилотник. Командование приняло решение помешать им это дело. Ну, у нас для этого есть средство, называется БРДМ с противосабельной броней. Но в этой БРДМке прекрасный пулемет стоит. Как раз мы до них элементарно доставали. Только темнеет, и они начинают. Ну, качки там ПКМ работают, 7.62. Ну, это такое, это не обращаем внимания, как бы. Единственное, это в последнее время, что снайпер работал, не дали докопать чуть-чуть. Мы их видим, они, возможно, и нас видят. Стараемся не показываться. Ну, наблюдаем. Безпека. Противник изменил тактику, ни с того ни с сего ударил сразу же со всех стволов. Были 7.62, были 12.7, утесы работали. Мы ответили, супостат упокоился. Стреляют. И все по-разному. От ротации зависит, от праздников зависит. День зарплаты у них тоже там же есть, да. По-разному. Как раз именно кромки воды, это прямой подход от противника к нам. Вот. Две собаки утром сняли заграждение минное. Ни с того, ни с сего. Такие пособники у них тоже. Стараемся так, случайности не пропускать. Плохо, плохо закончится, очень высокая цена. А этого делать нельзя.